Конно-спортивные состязания с участием более 70 наездников провели в Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России и столетия республики. Какие призы были разыграны и кто стал обладателем самого главного, расскажет Харча Биджиев. Один из самых интересных видов спорта – скачки. Именно конно-спортивными соревнованиями отметили День России на территории республиканского ипподрома. Было проведено 6 заездов, 5 из которых на лошадях чистокровной английской верховой породы и один заезд на рысаках и на ходцах. Дистанции заездов разные – от 1,5 до 3,5 тысяч метров. Призовой фонд – от 100 до 250 тысяч рублей. На кону главный трофей от Рашида Тимрезова – 1 000 000 рублей. Благодаря Рашиду Фариспиевичу, главе Карачаево-Черкесской республики, мы проводим это мероприятие. Приз, кубок, денежное вознаграждение и сертификат. Действительно, это тот праздник, который объединяет народы не только нашей республики, но и всей страны. Все 6 заездов были приурочены к определенным знаменательным датам. Первый – ко Дню России на дистанцию 1200 метров. Победителем стал жокей Ильяс Буздов на лошади «Мисс Кэпитал». Заезд в честь защитников Отечества на расстояние 1400 метров принес победу Иналю Хакунову и его кобыле Шае. Приз к 65-летию возрождения карачаевского народа выиграл биотоп под управлением Далима Биджиева. В заезде, приуроченному к столетию Карачаево-Черкесии на дистанции 1600 метров, лидировал Руслан Семенов с «Атирфом». Ну а главный приз на расстоянии 2000 метров достался опять же Руслану Семенову, но уже с другой лошадью по кличке «Золотоискатель». А в честь дружбы народов на дистанции 3600 метров всех обошел маэстро со всадником Далимом Биджиевым. Ощущения, конечно, хорошие, радостные. И вообще с удовольствием, мне даже не ожидал, что вот так легко выиграем. Приятным дополнением к мероприятию стала концертная программа с участием артистов республики. Харча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.